Она убила одного из этих стеноломов. Невероятно! Капитану Хайли для этого понадобилось сотня воинов. Хотел бы я посмотреть на этот бой. Ты серьезно? Ну, не вблизи, конечно. Я тут выкопал кое-что ценное. Глянь, тебе понравится. Решающая битва, а я ее даже не увижу. Ну и ладно, тебе нужно отдохнуть. Береги себя. Ты... Сюда добрался караван с кое-какими товарами. Хочешь взглянуть? Ты мне уже все уши прожужжал про этот твой особенный камень, но так и не сказал, что он такое на самом деле. О, ты хочешь выведать мою самую главную тайну? Ну ладно. Если уж и тебе нельзя доверять, мир обречен. Там сидит могущественное создание по имени Злот. Оно было заключено в камень за ужасные преступления против своего народа. Странное имя. Не припомню такого бога в религии Сяньсая. Или он не божество? Нет, это случилось до того, как появились боги. Со временем в камне образовалась трещина. Сквозь нее Злот может поглотить жизнь того, кто владеет камнем. Я должен во что бы то ни стало заделать эту трещину и заточить монстра внутри навеки. И так близка к своей цели. Осталось только убить Азмодана. Что ты будешь делать, когда справишься с ним? Поговорим об этом, когда он умрет. О, не скромничай. Я же видел, как легко ты разделалась с Белиалом и разгромила армию Азмодана. Что он может тебе противопоставить? У меня есть предложение. Расправься побыстрее с Азмоданом и давай отправимся в путешествие. Только ты, старина Шен, ветер в спину и в путь дорогу. Кто знает, куда занесет меня судьба. Благодаря этой чародейке ты наконец-то можешь отдохнуть. Я не устал. Любовь моя, я знаю, что у тебя снова разболелось колено. И не спорь, на этот раз ей придется спасать мир без твоей помощи. Черный камень души. Собрать 6 великих воплощений зла в одном месте? По-моему, это плохая идея. Чем быстрее мы разделаемся с Азмоданом и уничтожим камень, тем лучше. Просто чудо какое-то, что клубящееся в камне зло не завладело Лией. Тебе так не кажется? Десять дней назад мне было видение невероятной силы. В нем нас ждало ужасающее будущее. С тобой будут происходить чудовищные вещи, но ты все преодолеешь. Не могла бы ты описать поподробнее эти чудовищные вещи? Я бы не стала обременять тебя тяжестью знания о том, чего ты не можешь изменить. Будь счастлива. Наслаждайся жизнью, пока можешь.
Ну как ты? Нервничаешь? Нет. Жду не дождусь, когда отправлю Азмодана обратно в преисподнюю. Я за тебя не волнуюсь. Я знаю, ты справишься. И ты не беспокойся. Мои доспехи и оружие тебя не подведут. Чем закончились твои исследования? Ты нашел, где находится Писание? Нет. Но я узнал нечто очень тревожное. Судя по записям на полях, это действительно страница из Писаний. Но она не содержит никаких пророчеств. Похоже, что это указание по созданию магического оружия. Но это еще не самое странное. Вот эту руну я видел раньше, на наручах Тираэля. Я не знаю, что она означает. Лучше спросить его самого. А брат знает о твоей любви к его жене? Нет, она не стала утруждать себя рассказом о таких мелочах перед тем, как отправиться к алтарю. А теперь их дети голодали бы, если бы я не посылал им деньги. Но ведь в конечном итоге именно ты повинен в их бедах. Когда-нибудь он выйдет на волю. Заплатить выкуп Кингспортской гильдии купцов – это та еще задачка. И вообще, ты разве не должна быть на моей стороне? Ты сломала мою игрушку. Теперь ты полностью завладела моим вниманием. Не нравится мне речь этой девки. Мне не хватает энергии. Девка! Мало.
себе.